Презентабельный вид, удобные сиденья и специальные поручни – только малая часть достоинств новой машины. Благодаря автономному ходу ехать троллейбус может даже при отсутствии тока, правда, всего 300 метров. Но, по словам водителей, этого достаточно, чтобы при необходимости объехать препятствия и продолжить движение, не отклоняясь от графика. Виктор Морозов о новенькой машине мечтал уже давно. Сейчас не перестает ей восхищаться. По его словам, ехать на такой не только приятно, но и безопасно. Новая машина кардинально отличается от старых образцов. Это плавность хода, плавность торможения. АБС стоит, автоматическая блокировочная система, которая не дает машине уйти в юз. И нету боксования. То есть падение пассажиров практически невозможно. Вместимость новой машины тоже радует. Салон рассчитан более чем на 100 человек. Кроме того, проехать в ней смогут и маломобильные граждане. Троллейбус оснащен специальной откидной площадкой. Пассажиры уже оценили качество и удобство нового транспорта. Очень красиво, чисто, опрятно, аккуратно. Приятно, что по нашему родному городу такой, ну, транспорт ходит. Ну, очень хорошо. Отлично. Троллейбус очень красивый, хороший. Троллейбусный парк в Самаре пополнился на 19 машин. Ключи от них предприятию в конце марта вручили губернатор Самарской области Николай Меркушкин и глава администрации города Олег Фурсов. Транспорт прошел необходимую обкатку, а персонал – стажировку. Теперь они вышли в первый рейс и будут курсировать по 4-му, 15-му, 17-му и 20-му маршрутам. Новые троллейбусы – это очередной шаг к обновлению подвижного состава пассажирского транспорта. Ранее 82 автобуса марки «ЛиАЗ» на газомоторном топливе пополнили парк пассажир автотранса. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.